Инициатива из 7 кандидатов в депутаты Мажилиса парламента от Алматы непременно найдут поддержку казахстанцев. Такое мнение выразили отдельные ученые и общественники. По их словам, в ходе дебатов кандидаты выступили с реальными предложениями, подняли наиболее острые проблемы и указали пути их решения. Во время проведения праймерис в партийный список вошли также 15 молодых людей возрастом до 35 лет. Большая часть участников сфокусировала свой спич на решении социальных проблем. Там были подняты вопросы трудоустройства молодежи, практики для студентов, вопросы поддержки молодых ученых, цифровизации, модернизации библиотек городских, районных, а также библиотек на базе вузов и другие вопросы. Верю, что наши молодые кандидаты докажут делом, реализовывая свои программы, тем самым покажут пример и остальным жителям, молодым жителям нашей страны, что нужно активно участвовать в жизни нашей страны. Они являются частью городского процесса социальной и общественной жизни. Я считаю, что они достойны быть представлены в Мажилисе. И сейчас самое главное, чтобы они научились защищать свое мнение, защищать свои какие-то инициативы именно в рамках парламента. Я уверен, что они будут достойно представлять наши проблемы, наши инициативы и вообще город Алматы. Каждый из 7 кандидатов достоин представлять интересы большого города, считает профессор Убайдулла Датхаев. А публичные внутрипартийные выборы – это очередной шаг перезагрузки партии и общая победа всех членов Нур Отан. Там и коснулись и образования, и медицину, экологию, и разные проблемы материнства, детства, а также и проблемы молодежи. Я думаю, надеюсь, очень хороший состав от нашего города достойно будет представлять свои наши интересы жителей Алматы.